Ну что, добрый вечер. Всем привет. Сегодня мы поменяли все равно дислокацию с мамой. Сели подальше, чтобы так будем меняться местами. Не знаем, как получится. Ну, пробуем сегодня так. Ну что, у нас сегодня сладкий стол. Супер-мега-вечеринка. Собрались сегодня за столом одни сладкоежки. Одного нет, Валера в больнице, значит, он просто не сладкоежка. Да, или ему просто не повезло. Мы ему набрали, целый пакет увезли. Да. Ну что, приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Присоединяйтесь к нам тоже. Дайте мне вот эти синие. Так, давайте, может быть, сначала тортик или печеньку с чаем. Давай это, Влад, положи Снежане торт. Вот от... Никита, неси сюда этот кусочек, я вот им здесь разделю. На Снежана. Нет, Никита несет на этой досточке. Я не буду это. Маленький как раз. Анюта, давай тебе. Я не буду, я печеньку делаю. Снежан, будешь тортик? Маленечко, да? Ага. На, дочь. Ну, папа обязательно будет тут. На. Папа знает начинку, секрет. Целую или половинку? Половинку. Торт сегодня пекла. Чья тарелка, Ванина? И выключили свет. И выключили свет. Я один торт сушила на сковородке. Вон тот, который сейчас дети кушают. А этот уже приехала, допекала в печке. Но преимущество того торта, который я пекла на сковородке, он пропитался. Там крем маскарпоне, сыр маскарпоне и сгущенка вареная. Должно быть очень вкусно. Я очень смотрю. Вкусно. Ага. А здесь тоже сгущенка вареная и маскарпоне, а потом сметана с сахарной пудрой. И ванильный сахар. Что-то про это больше рассказала, кажется. Ешьте все. Они, тесто одинаковое, просто готовилось по-разному. Да. Но ничего. Ну, вкусно. Очень. У нас почему-то взялись свет отключать. Но мы победили сегодня. Да. Я думаю, что если бы еще отключили газ, мама бы ушла на костер тогда. Но она бы все равно спекла. На мангале. О, лимон съела. Чтобы не быть счастливой. Хорошо сказал. Давайте почувствуем раз это попробовать. Попробуйте. Валера всем передает привет детям. Радость, тоже передаем привет. Мы надеемся, что братья и сестры ему сегодня все позвонили. Он видео смотрит, так что. Он смотрит наши видео. Валерка, привет! Валерка, привет! Сыночка, тебе тоже приятного аппетита. Но без тебя хорошо, не волнуйся. То, что есть у нас на столе, частичка есть у тебя даже там получше есть. Он молодец, держится, но уже хочет домой. Так сегодня у него спрашиваем, домой хочешь уже? Ты очень сильно что-то, я говорю, хочешь? И он такой, нет. А, хочешь остаться в больнице или очень сильно хочешь домой? Он говорит, нет. Я говорю, домой не хочешь? Нет. Ой, нет, я наоборот, домой хочу. Ну, разница такая, что вот это понасыщеннее чуть-чуть. Он пропитался, он лежал целый, полдня лежал, а этот только недавно еще так... Час еще не пропитался, да. Суховатик. Сейчас вы эти съедите, а этот останется. Может быть. Все равно вкусно очень, мам. Да. Я конфетки хочу. Вкусный, мама, торт. Кушайте. Дай тебе вот эти конфетки. Подайте Ване с той вазочки конфет. Вот это, Ваня? Вот это? Да. Вот это, а то не надо такая... Вон, ставь на стол графин. Давай я налью. Графин неси мне. Надо.
Мега супер сладкоежки собрались. Как вам, кстати, зима, дети? Очень хорошо. Холодно? Я хочу сказать, что можно сделать. Снегаю, там снежки выиграют. Ну, кататься на санках, а зимой очень плохо. Нет, неплохо. Там в Комсомольске сестра говорит, снег идет целыми днями, что уже все завалило. Я как с папой, у нас еще, наверное, не скоро мы снег увидим. Ну, увидим. Мы сегодня с Иваном разговаривали. Он как раз этот вопрос поднял. У меня курточка тоненькая, длинненькая, но она тоненькая. Я ничего не могу одеть, кроме нее. Мне во всем жарко. Я говорю, конец ноября, на днях декабрь уже будет, а я все-то еще хожу в тоненькой кофточке. Сына, это передай, моя. Передай, пожалуйста. Я как папа ем чай. Ну, всем да попробовать, трошки наша красивая. Да это ж их старенькие. О, хорошо. Какой тебе все побольше? Тонкий? Давай вот так. У детей праздник. Мне вот даже интересно, Максим. А, Максим, вот что ты из сладкого любишь больше всего? Кого? Карамель? Что такое карамель? Конфетки карамель? А ты, Ульяна, что из сладкого любишь? Да. Кстати, я удобно сижу. Папа. Я люблю маму, потому что она сладкая, как конфета. Ох. Это не защита. Это был риторический вопрос. Это на ответ, кто не защита. Да все любят. Что, доча? Я люблю маму с папой, потому что они тоже... Мама, доченька, спрашивали про конфетки, про пирожные. А я люблю... Просто дайте что-нибудь уже, я все люблю. Просто вот что-нибудь дайте. А ты куда пошел? Я все съем. Домой? Ты домой? Я маминого торта за пирожные все съем. А я люблю больше всех... Борщ. Больше всех люблю вот эти вафли от этих шкурок, вот этих вафли. В общем, все так хотели сладкое, один уже едок ушел. Ага, две конфеты съел. Тут все. Тоже едоки сидят, конфеты одни едят. А два. А это мало конфет. Кстати, сладким выгоднее получается кормить. А это мало конфет. На самом деле... Салфетку бери. Чаечек пей. Сладкое с пирожными? Почему? Не знаю, что сорт настолько сытный. Ага. Надо еще просто чай налить. Как не пьется? А если у тебя все равно пить? А вот это ты даешь. Мама, вот так надо. Мама, а если из пирожных, то все твое. Помните это, дети? Помните, мы это хотели... Как в этом, в интернете показывают, как огонь добывать там палочкой, крутят. У нас не получилось. Помнишь, мы пробовали? Даже шуруповерт. Да, мы потом даже шуруповерт палку там. Дым идет, там ничего не горит. Не напоминай про это такой темный день был. Ты смотришь это в Ютубе, иногда там блогеры некоторые там. Раз, раз, раз. О, я разжег костер, ура! Ну ты шуруповерт у него не можешь, а там... Мама, хоть я съем. Там дырка в доске потом была такая уже. Давай. Ну так ты ешь. Потом мы, знаешь, как сделали? Мы взяли палку и вот как они вот так вот стерли, вот так. Не вот так вот не крутиться. Анюта ест лимон и доказывает мне, что она даже не морщится. А уже красная, смотри, какая. Я тоже не морщусь. Знаешь, я вот тоже могу сейчас, подожди. Не, Владислав, полулимона с тобой. С тобой полулимона. Это с детками, с маленькими, Долька. Мама. А, сына. А. Привет. Привет. Даже глаз не щурится. Буду футбольку гладить. А мама помогает, едит все. Может, у тебя лимонника и система?
Что, мам, какой-то не лимон вообще? Мандарин сочный, да? Мандарин, да? Я говорю, кушаем как яблоки, да? Кто-то, кстати, это ты говорил тоже, что мы кушаем как яблоки, папа. Теперь можно. Выдержка пошла. Там. Давай, Никитос. Тебе тоже дырки 4 съесть. А чё торт никто не ест? Да, вообще мы наберёмся. Кто сказал? Я пошёл за третьим куском. Накушались. Он, кстати, очень сытный. Мама, он очень а сытный. Ты как-нибудь можешь вот эти штучки сделать? Это очень даже. Вот это на место вообще. Давай. На место? Ну иди неси на место. Мама, такой не ладно. Я могу такие сделать. А как? Есть у меня такая штучка. А где? В одну руку 100 рублей, в другую руку 100 рублей. В магазине так раз коробку и стёк. Посередине я поеду. 200 рублей, значит. Положил? А, да. Ты опять есть? Ты опять есть пришёл? Да. А, ты же домой ходил, я забыл. Проголодался уже. Да. Ну, садись. Садись, покушай. Приятного аппетита тебе. Спасибо. Пожалуйста. Ты хоть нас веселишь. Если честно, сегодня такой день был тяжеловатый. Ну, в каком отношении? Как обычно. Как обычно. Нет, не как обычно. Вся проблема в том, что поздно ложимся. Не мечтаем. Мечтаем лечь пораньше. Не высыпаетесь? Папа. А почему не ложитесь? Мама, посмотри, я много ног выложилась, если не люблю. Хватит, дочь, а то желудок болеть будет. Не надо много кушать. Лимона много не надо кушать. Но по кусочку надо съесть обязательно. Кусочек обязательно, а это Владик тут со всеми спорит. То 200 раз отжимается, то еще что-нибудь. Кто еще не ел лимон, поднимите руку. А тебе, дочь, не надо. Кто еще не ел лимон, берем по кусочку, едим вместе со мной. Много не надо, мальчик. Чтобы я не один страдал. Бери, Рома, кусочек. Ты не пострадаешь. Тебе надо как мне пол лимона. Так, Максимка, бери лимончик кусочек. А ты что, она не засчитана, мы не видели, вдруг ты... Ладно. Давай, Максимилиан, давай тебе побольше возьмем. Костяныч взял лимончик. Он уже ест. И на счет раз, два, три едим. Раз, два, три. А сладкий, а? Кстати, когда мы с папой женились, и он пришел за мной, и ему налили две кружки воды, и он должен был сказать, какая вода, но он не должен был признаться, что-то какая жизнь будет или какая невеста будет. Налили, значит, в одну стакан сахара, да, а в другую соли намешали, да? Я уже не помню. И ему попалась соль, но он настолько играл, пил и говорил... Ой, какая вкусная! Ой, какая сладкая! Я поверила, что у него сладкая! Оказалось, у него такая вот ядреная, по-моему, соли прям вот аж на так, вот, вообще вот так. Да, печенька тут, скажи, что кушаете? Почему без меня? А я буду на папу следить. За папой следить? А что ты за ним следишь? Я уже съел лимон. Видишь, я уже не радостный. Один. А, ну, мне один как герой. Мне кажется, там никакого отличия нет. Мне кажется, от соли помутнее чуть-чуть вода, чем от самого. Там не было отличия вообще. Не было. Не надо. Нет, печеньки нельзя. Не надо. О, сейчас этот торт будет грязный. Вода застряла. Не надо. Давай. Ты так умеешь? Тогда сядь, не надо. Помнишь, Моника чуть не умерла? Ты хочешь, чтобы печенька умерла? Нельзя печеньки давать. Ни сладости, ни жирное, ничего нельзя давать. Да. Даже ни чай. Надо мне сразу животик заболит. Ой. Ну подожди, не уходи. Что, дети, давайте попрощаемся. Скажем до свидания. До свидания. До свидания.